Добрий вечір, в ефірі телекомпанії НІСТВ, як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». Наш гість сьогодні Віталій Михайлович Філін, директор Миколаївського клубу мандрівників, член громадської ради з питань розвитку туризму в місті Миколаєві. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Віталій Михайлович, собственно, ради привітати вас в нашій студії. Ви у нас сьогодні не случайний гость, так як громадська рада по вопросам розвитку туризму в місті Миколаєві завтра, в четвер, в Центральній городській бібліотеці імені Кропивницького ініціює проведення тематичної зустрічі «Туристична привлекательність Миколаєва». Поскольку ви, собственно, непосредственно к этой громадской раде принадлежите, к тому же без преувеличения могу сказать, что вы у нас аксакал туристической отрасли в Николаеве, Николаевской области, то, собственно, об этом и поговорим. Кого приглашаете к общению? Кого ждете? Мы фактически ждем всех заинтересованных людей, это самое главное. Потому что, насколько я столкнулся с этим, что люди приходят и ко мне, и другим, они несут какую-то информацию о городе, о котором многие не знают. Это коллекционеры, это у них где-то в родословной остались какие-то вот интересные вещи о Николае. И приходят к нам и говорят, а нельзя ли вот это, а нельзя ли вот это. Тем более, что у нас очень много людей, ну, не кроме музеев. Есть еще музеи на фабриках, музеи, как в Кривом Роге, да, там они проповедуют индустриальный туризм. Есть много таких мероприятий, которые мы просто не знаем. Все это ложится на полку. Но это то, чем может похвастаться Николаев. Да, и я считаю, что Николаев не только исторически очень славный город, и мы находим Дикий сад, которому там много лет, но он еще и оставил себе отзвуки тех адмиралов. Вот я узнал впервые, что в Матвеевке есть Грейга курган. Когда строили обсерваторию, то это тоже интересная вещь для людей, которые будут приезжать, будем говорить так, будут приезжать в Николаев и рассматривать. Николаев был закрытый город, и потом очень много мы не знаем о городе. Если одесситам мы говорим, что Дерибас жил в Николаеве, то мы имели, ну, как сказать, пару групп школьников, которые провели квест, пытались провести квест по Николаеву от Дерибаса там, к адмиралу, к сердцу Николаева. Или мне понравилась тоже интересная такая вещь, как провели экскурсию по интересным местам Николаева, что каждый дом в Николаеве, да, вот, например, несет какое-то историческое значение. Каждый дом построен какими-то людьми. Вот я даже не знал, что там дом на Адмиральской есть построенный французами, да, которые там долгое время жили потом в Николаеве и процветали. О том, что у нас в Николаеве еще много всяких таких. Но самое мне, конечно, поразило, что богатые люди, собирая коллекцию еще в древнем Николаеве, потом они передавали городу для того, чтобы люди посмотрели. Это все влечет к тому, что мы узнаем больше о городе, что мы можем преподнести свой город. Поскольку, я прошу прощения, речь будет идти о туристической привлекательности, да. Ну, не могу не спросить, представители власти приглашаете? Ну, должен Олег Крычун, председатель, должен быть там. Ну, я когда говорю про под представителями власти, я имею в виду кто-то из горосполкома, да, областной там, администрации, по всей вероятности, депутаты городского и областного не совета. Не знаю по этому поводу, а я знаю то, что будет представитель горосполкома, потому что это рада при департаменте экономического развития. Да, экономического развития, и там обязательно кто-то присутствует. Чего, собственно, ожидаете от этой дискуссии? Что планируете получить на выходе? На выходе. Я считаю, что эта дискуссия – это первая ступень. Потому что, это мое мнение, да, потому что это первая ступень познания города Николаева. Мы знаем, что о катакомбах новом говорим, там еще что-то говорим. Но это должна быть первая ступень. Люди должны поверить, что если они пришли с каким-то историческим материалом, с какой-то маршрутом, что этот маршрут будет интересен всем.
И я опять повторяюсь, это первая ступень. Потому что, в принципе, надо проводить не одни конкурсы, чтобы вытащить из людей всю информацию, которая есть о городе. Ну, я знал когда-то Каспер, вот я им найти не могу, которая рассказывала о древних, о масонах, о декабристах, о том, что, кто был в Николаеве. И очень мне понравилось о том, что большое круизное судно, владелец круизного судна, говорит, что вы можете, если мы зайдем в порт, зайдем в Николаев с туристами, что вы можете привлекательность города показать? Ну, вот, собственно, я и планировал и спросить об этом. Мы, когда говорим о туристической привлекательности Николаева, мы на какую аудиторию рассчитываем? Чтобы жители Николаевской области сами посмотрели вокруг и, может быть, заинтересовались тем, правильно, что происходит. Чтобы жители Украины приехали в Николаев, или мы можем рассчитывать даже на иностранцев, которые могут заинтересоваться, собственно, нашим городом и областью. На кого мы рассчитываем, когда мы говорим о туристической привлекательности? Мы сейчас можем рассчитывать только как, ну, на социальные проекты. То есть для жителей, как мы говорим, Николаева, где тратятся в какой-то степени бюджетные деньги, и люди увидят привлекательность Николаева. Потом второй этап, это мое мнение, это жители Украины, потом уже иностранцы. Но все постепенно. Не приедет иностранец, если нету инфраструктуры, будем так, открытым текстом. Не приедет иностранец, если вы ему скажете какую-то неизвестную, там же пенсионеры в основном, неизвестную фамилию. Если вы скажете, что здесь был Романов, да поставите беседку Романов, о, это Европа знает. Если вы скажете о Греге, тоже интересно. Если скажете о Геродоте или о Пушкине, тоже знает. А это будут фишки, которые привлекут людей к данным. А уже дальше мы будем то, что мы знаем о Николаеве, преподносить им интересные вещи. Вот. Если мы посмотрим статистику посещения, скажем, ну, скажем так, известные туристические центры в Украине. Это Киев, безусловно, да, потому что Лавра, ну, такие вот, да, да, мирового значения. Ну, вы знаете, архитектурные очень... исторические объекты. Одесса, безусловно, да, Львов, да, безусловно, культурная столица Украины. Харьков, безусловно, там, условно, вторая столица Украины. Мне кажется, Николаев сильно проигрывает, вот, собственно, перед этими городами, куда уже и люди едут не только внутри, ну, то есть не только украинцы, но и за пределов страны. А я по этому поводу почему назвал первый этап для нас? Красиво преподнести то, что вот как у нас там Риверфест собираются в Николаеве, то есть мы ж парусное, ну, город на воде, да? Я приведу пример интересный с тем, как мне в этом году, мы проводим очень много программ с детьми, да, и там экологических, и активных, и школы выживания, и все остальное. И как это постепенно расползается. Мне очень удивило в этом году, что представители Верховной Рады звонят, да, вот работники, говорят, а можно пристроить ребенка к вашему лагерю? Откуда вы узнали? Значит, к вашему лагерю где? На Бухском гарте, в Кимбаре. Угу. А, я не просто это самое... То есть это, по большому счету, две территории, которые раскручены в масштабах Украины точно? Точно, да. И за ее пределами, да, где-то. И вы представляете, что детей посылают и не один год, я просто говорю, что детей в палаточный лагерь, люди, которые могут обеспечить, как я смеюсь, на Сейшелах отдых своих детей. И причем они отправляют иногда... Сами приезжают на машине, да, привозят ребенка, а иногда просто говорят, встретите ребенка на вокзале. Да, и я считаю, что еще не отменялось пиар-акции любых путей, то, что мы не делаем. Да, я считаю, что Николаев очень отстает от своей привлекательности из-за того, что отсутствует. Давайте, пиар. Вот смотрите, если мы говорим об Узком гарде или если мы говорим о Кимбурской косе, как кажется, эти объекты природные, они и так востребованы. И ну, что же их дальше пропагандировать? Сегодня, как кажется, нужно ставить вопрос о том, как их в принципе сохранить. Правильно, нет, я вполне согласен. Но вопрос о том, что, например, Кимбурская коса уже не справляется с... Ну, природа Кимбурской косы не справляется с, собственно, с тем наплывом желающих
посетить ее и отдохнуть там, ну, это уже кто-то, ну, на всех уровнях уже сказано. Вы знаете, это только сказано. Я в этом году был все лето там. Ну, не лето, заезжал там на лагерь. Вот, и я посмотрел, люди заезжают вот там, где пристает ракета, на один день. Вот. И справляется коса, только правильно организованная, как во всей Европе, как в Америке, вот мне пишут, как в других, правильно организовать. Ведь в основном кимбургскую косу эксплуатируют только побережье, ну, будем так говорить, там, если палатки, там нельзя строить ничего, это там только палатки, там, фестивали, там, еще какие-то. И это вполне справляется. Единственное, что, мне кажется, что там организация слабая в этом плане. И я вам говорю, в этом году было меньше наплыва, потому что поставили 100 гривен с человека в палатке переночевать. Ну, палатку поставить и 100 гривен переночевать. Ни один нацпарк не ставит таких сумм. Я считаю, что, может, в будущем, если правильно будет организовано, то это вполне нормально во всем мире. Это природа ж для людей, да, но ее сохранять надо. Я по экологии борюсь с этим очень сильно. Если мы с вами посмотрели одну интересную вещь, вот я сейчас, и раньше вот при лесниках, там, это самое, люди уже привыкли в пакетах брать мусор. Не, ну, да будем не сортировки. Мусор в пакете и выставить на дорогу, чтобы те, кто они платят деньги, забрали и отвезли. Уже привыкли, понимаете, что надо свой мусор не просто бросить, а вынести на дорогу и убрать. И все зависит от тех, кто арендует, и чтобы было приятно, потому что иначе услуг на кимбургской косе нет. Условий, да, сервиса, да, там. Люди приезжают на 2-3 дня отдохнуть, природа, красиво, и побыть в тишине. Хорошо, так. Если мы уже об этом говорим. Ну, собственно, вот уже два сезона отработала вот эта ситуация на Кимбургской косе, когда выделена рекреационная зона. В этой зоне определен туроператор, который может выставлять официальные палаточные лагеря. Есть определенные там перечень условий, которые да. туроператор должен выполнить, там души, там стационарные накопители нечистот, организация там как-то складирования и вывоза твердых да. бытовых отходов. Из того, что вы говорите, мы понимаем, что, собственно, вы один из лагерей эксплуатируете. Да, да. Работает это все или нет? Там интересно, что сделано. Все участки через парк отдали одному туроператору, ну, человеку. А дальше оно ушло на предпринимателей. И фактически я заключаю договор не с, я сам туроператор, а с предпринимателем, который меня обслуживает, да, там, душ, туалет, всякое такое. Иногда он не справляется, даже предприниматель, там чисто предприниматель работает. Вот сейчас они вывозят мусор, вывозят нечистоты, будем так говорить, специальные, но я считаю, что можно более продуктивно, это просто обращая внимание на то, что на Западе, да, так делается, сделать нормальный отдых для всех. Не 2-3 дня, а так, чтобы, вот как мы эксплуатируем, 10 дней. И откуда дети попадают к нам? Я просто... В этом году, например, родители были сами. Ходили, смотрели, там... 2-3 дня, и видели, что детьми занимаются. Детей там, вальдорфская школа была, там, что такое вальдорство, все спрашивали. Посмотрели, что дети поближе к природе. И на следующий год, я больше чем уверен, как и в этом году, будут звонить с Киева, с Харькова, все, а можно к вам ребенок? Я, мое мнение, да, будет чисто тогда, да? Когда не будет разруха в голове. Хорошо, а я вот не могу не задать вопрос. Вы говорите, что в этом году, и не только вы в этой студии, да. говорите, что в этом году количество посетителей на Кимбургской косе меньше, чем в прошлом. Да. Только 100 гривен, которые нужно заплатить за ночь в палатке, останавливают людей, либо что-то еще. Ну, в основном это. Либо люди, которые уже ранее приехали, увидели, что коса, ну, как-то не так интересна, как вот, условно говоря, в рекламных проспектах. Да.
Ну и, собственно, все. Да, да. Неинтересно. Вопрос мне вот задают вопросы. Я говорю, мы работаем с июля, да? Июль, когда меньше комары, нельзя же там. Мы привлекаем к своим детям, да, там довольно высокообразованные биологи, и все, мы привлекаем то, что им показывают, ну, как сафари, да, вот это вот. Показывают контактные зоопарки у лесников, а дети этих любят. Дети занимаются искусством, дети занимаются то... Почему я говорю много раз дети? Дети – это то, с чего начинается наше государство. Да? Мы должны посадить у них экологию. Ребенок не бросит, если ему сказать, и он дальше вырастет, да, как в Европе, и не бросит мусор. Он придет и скажет, а куда положить? И поэтому очень много привлекает и родителей, и то, что дети, как говорится, не булки на деревьях растут, а можно изготовить, и это интересно. Я столкнулся, я просто пример приведу. Недавно там в одном АТГ, я говорю, вы знаете, вот говорили в региональном развитии области, что можно использовать фонды экологии на вот такие социальные мероприятия. Они говорят, это что, мы должны канализацию делать, чтобы бухни, это самое. А я смотрю, говорю, это на это отдельные деньги, а канализация должна не впадать в бух там или куда-то. А то, что мы должны воспитывать людей, детей, еще раз повторю, и чтобы они социально, я с американцами об этом спорил, да, говорю, пока у нас в мозгу не будет то, что не насори, и это надо сделать, мы не достигнем. Ребенок один мне так и сказал, Виталий Михайлович, я второй раз повторяю, потому что это дети, они говорят правду. Мы собираем мусор, да, у нас еще есть акции защиты там. Мы собираем мусор, а другие дяди придут и насорят. Я ответил ему, ты будешь президентом, ты дашь по рукам, как везде во всем, там штрафом, чтобы не сорить. Хорошо. Значит, если мы пройдем, там же, собственно, к завтрашнему обсуждению предложена повестка дня. Вот. Может быть, в том числе в повестке дня мы видим пункт объекты, которые наиболее востребованы. Ну, так или иначе, собственно, наиболее востребованных, вот мы коснулись этой темы. Это Кинбургская коса, Бузский гард, ну, наверное, Ольвия, да, ну, наверное, Актовский каньон, да. Ну, Петропавловский. То есть, да, то есть это есть. Следующий пункт. Места и события, которые можно сделать привлекательными. Вот вы как безусловный знаток Николаевской области. Какие места у нас остаются нераскрученными еще? И что важно, куда можно доехать? Да. Потому что, например, вы можете сказать, Пелагеевский монастырь, как туда доехать? Я проехался только что. И как вам? Ужас. Ужас. Но вы напомнили мне ту историю. Какие еще места и события могут стать привлекательными? Я могу отвлечься на одну интересную вещь. Я 12 числа был, ну, с папой мы ходили в походы, а он в 43 года, он фермер. И я увидел, насколько мы, если мы хозяи и целенаправленные, можно развивать. У него пальметный сад, без ничего. Итальянские яблони. Холодильник, куда КАМАЗы и под это самое, ну, я говорю, электростанции стоят, село, где люди работают, асфальтированная, сделанная столовая. Я был в шоке, потому что сейчас ему приходит с Франции. Это где? А? Вот то, о чем вы говорите, это где? Под Новым Бугом. Угу. Это Денис Герасименко. И вопрос такой, он говорит, а сейчас мне, я уже оплатил, приходит лазерная установка, контейнер сортировки яблок. То есть он яблоки где-то бьют, где-то... А он зерно хранит в амбарах, приводит порядок вокруг. И это у него в душе 43 года. И человек, который что-то делает. Я не в этом году. Я просто удивился, говорю, ты продаешь... Я ему на «ты» говорю, Виталий Михайлович. Это самое, яблоки в 9 стран. 9 стран экспортируют наши николаевские яблоки. Итальянского происхождения, будем так, капельные. Я говорю, а почему в Николаеве их нет? Они принимают магазины. Значит, магазины могут принимать иностранные яблоки, да, а свои, николаевские, не могут. Вот так и в туризме
мое мнение, да, мы смотрим на Прагу, Париж, почему вокруг Парижа никто не проехал грязно, а свое не видим. Даже вот то, что вы сказали, Актовский каньон, или Великий Дикий Сад, еще такое привести с Романовской беседкой. Много таких вещей даже в Николаеве, которые можно показать. Я с Кривого Рога провел их, не смеюсь, я говорю, экскурсоводом прошел и провел их по нашему бульвару. Это вода, это все эти знаменитые рядом. И немножко. Я не водил их дальние, а вот этот кусочек, где интересно. Люди, ах, неужели такой Николаев? То есть умение преподнести и довести до ума. Не только площадь, будем так говорить, а улицы. Я ж не могу никуда повести, даже в те дома, где жили декабристы. Люди интересуются историей, особенно люди пожилые. Молодым квест, молодым еще что-то надо, там прыжки из парашюта, там еще где-то. А уже в среднем возрасте иногда интересуется история. Понимаете? И история очень привлекательна в Николаеве. Это мое мнение. Я немножко коснулся истории Николаева и Мазепа, и Татлебина, еще бастионы в Коренихе, Николаев. Матвеевке, она мне вчера рассказывала, за Матвеевку придет женщина. Я в шоке, Матвеевку ездит. Но там самое главное, есть и активисты. Я опять об экологии. Кто-то выкинул во враг мусор. Вот она мне рассказывала. Люди-активисты собрали этот мусор. А там же тетрадки старые с фамилиями. И на всех заборах те, кто повесили эти. Правильный подход, правильный. И интересно, он говорит, мы согласны принять людей, любых, в Матвеевке. Да, Матвеевке, это город, я не говорю о Терновке, где можно фестивали, вот Болгария, болгарские, где у нас магазин. Вы посмотрите, что делает Западная Украина. Фестиваль резняков, фестиваль вина, фестиваль. А у нас это все есть, только оно как-то не показано. У нас, вы знаете, под Очаком этот дегустационный зал? Красивые, они же в основном вино за рубеж толкают. Байкуш? Да. Ну, мы знаем, потому что налоговая на них наезжает. Да. О скифских устрицах мы тоже узнаем только потому, что налоговая их тоже прессует. Да. И очень интересно, вещи в Николаеве, вот почему и открытое место, я сказал, первая ступень, это потому что то, что мы только столкнемся, ведь не знают Николаев. Вы знаете, не знает никто толком Николаев. Так вот, я прошу прощения, следующий пункт – разработка комплексных туристических продуктов и маршрутов. Собственно, организаторы что здесь планируют услышать? Кто этой разработкой должен заниматься? Вот я тоже надеюсь это услышать. Я предложил программу, ну, и до области, в Николаеве, чтобы с помощью детей, кто будет? Больше, чем дети, оздоровление, экология, дети, которые собирают, я видел, понимаешь, это наглядно видно, что они стараются творить. 10-12 лет они стараются показать себя. Познать Николаевскую область, познать ее округу, да, сделать такой, может, по ходу выходного дня, там еще там маркировку сделать этим и водить туда. И дети дадут канву, вот я предлагаю, канву данных туристских мероприятий. Да зачем? Надо вскрыть, у нас центры детские есть, там краеведение. У них на полках лежит много вещей, которые через образование, так сказать, легли, там конкурсы проводили. Чтобы... А я прошу прощения, ну а кто поведет по этим маршрутам? Подготовим. Ну вы с этой идеей подготовки уже сколько лет носитесь? Вы в эту студию сколько раз приходили, да. И вот, собственно, призывали, да, давайте это делать. Ну и есть отклик? Очень плохо. Ну, будем так говорить. Но у меня есть надежда на то, что вузы откликнутся, студенты откликнутся. Мне говорят, что я из другой эпохи, да, вот, когда было много. И все заключается в том, мы в фестивале, о том, что все начинается с социального и детского туризма. Это, когда все мне говорят, что вот проблема о том, все заключается в этом. Пока мы не студента или ребенка покажем, что он конкурс проведем и выставим это дело, мы не сдвинем вот то, что есть. Мы соберем, а потом же, как вы сказали, надо же и преподнести это
буклеты, это люди, которые расскажут. У нас есть люди, которые расскажут. Вот возьмите экскурсии у Мандривочки с адмиралом. Да? Переоделся Витя в адмирала и водит по Николаю экскурсии, и очень много востребована эта экскурсия. Или так же самое, как в Одессе мы говорим, когда вы идете по улице, выскакивает Мишка Япончик переодетый, тоже люди ахают. Или катакомбы, которые я в шоке был, художники нарисовали картины, которые светятся под музыку. Представляете? Это вы идете, музыку вмыкает, и свет тухнет, и проявляются эти картины. И потом музыка поднимает, а зажигается свет. Это все, даже бутафория привлекает туристов. Мы не будем строить крепости, но то, что это вот сейчас я дал, говорю, Риверфест без реконструкции тоже неинтересен. Мы прогоним, заплатим за бензин, за все яхты, но должна быть реконструкция. Вот праздник на воде прошел лучше, чем Риверфест. Сейчас вот Риверфест уже люди готовят, чтобы и главное на Риверфест, я опять о Николаеве сказал, приедут много. Почему? Если мы распиарим. Если воздушные змеи, да, вот эти вот распиарены, так там произойдет 40-50, и сразу же привлекается бизнес. Вот я вам говорю, от социального проекта до бизнеса. Бизнесу выгодно немного людей, он продаст свой продукт там, покушать, выпить и все остальное. Ну, примеры, которые вы приводите, как раз говорят о том, что, ну, что фестиваль змеев, что праздник на воде, который вот, проводился к Дню города, там есть инициатор. Да, да, да. Есть инициативная группа, есть классная идея, да. И вот что одно мероприятие, что второе, выстреливает сразу. Ну так, как говорится, может и вымучивать ничего не надо, вот вымучено, дискутировать да. За круглыми столами. Там, где есть инициатор и есть идея, состоится и так. Но для нас самое главное, ну я уже о коммерческом туризме, социальный, я провожу даже на самых жестких условиях, хотя там снаряжение и то на ура, его знает весь Николаев, порталы, все это, ну вот отдыхай активно, то, что мы говорили. А здесь выстреливает то, что, сейчас скажу, идея, правильно сказала, расширение идеи, потому что уже говорят там, на змею мы не пойдем, мы уже были дважды. А третье, сейчас предлагают, федерация даже спортивного туризма, вот мне сказали, а у нас есть еще машины. Ну, которые делают. А у нас есть мотоциклы, а у нас есть байдарки, а у нас есть то, то, то. Давайте вместе. Они тоже хотят популяризировать себя. Все идут на то, чтобы больше занималось здоровье нации, будем так говорить, и больше популяризировал спортивный туризм. Понимаете? Только так. Или я что-то не прав? Абсолютно право. Власти каким-то образом должны во всей этой истории участвовать? Обязательно. Ну, собственно, у вас прозвучало, что и в завтрашней дискуссии ожидается, что каким-то образом примет, наверное, участие Департамент экономического развития города Николаева. Но, с другой стороны, ОТГ, у нас же децентрализация. И, собственно, власть, она делегируется просто отдельным общинам. Если, как говорится, все срастется, то через год уже и областная администрация перестанет существовать в ее сегодняшнем виде. И перестанут существовать районные администрации. И вот это вот, собственно, вот на уровнях ОТГ, как это вообще все будет происходить? Есть ли там люди, которые понимают то, о чем вы говорите? Вы знаете... Приглашены ли они? Ведь у нас уже достаточно много ОТГ на территории области. Приглашены ли они к завтрашней дискуссии? Ожидаете ли их? Ну, я сказал, чтобы пригласили. Ну, это должна быть область приглашать, а тут город только. А приглашает область, грантовая программа идет, региональное развитие, там туризм первостепенно стоит, приезжают там и все ведущие специалисты из Киева читают им. Ну, мое мнение, опять, субъективное. Я попытался им написать всем письма ОТГ, что я готов приехать к вам и рассказать, как. Покажите мне только, я ж не краевед. Покажите, я могу сказать, это продается, или, как говорится, это сделать, это можно доехать, в степи показать мне колодец турецкий, там 400 лет ему. Показывали мне. Говорю, а как добраться? Ведь сейчас турист не пройдет, они пешком пройдут. Не план,
он не захочет приехать, а он пройдется, посмотрит. Вот как я сын прислал Гранд Каньон, да, там в Америке площадки, чтобы посмотреть то или другое. А вопрос АТГ, ну, в большинстве случаев они, ну, как говорится, может, я их оскорблю, у них немножко пустые глаза. Они не видят свои прелести своего района. Вот что главное. Если бы они увидели не только канализация, там, не только это самое, все это можно сделать. И мы видим с вами Мигею, да? Я 40 лет там хожу, тренируюсь, это сам. Пока не появился массовый и появился бизнес, тогда начало процветать. И там вложили деньги, и там. Так же самое АТГ. Они говорят, мы согласны. И дороги, да? Ну ведь на Братская дорога, я его проехал, Братская. А Братская очень интересно, не только Петропавловка. Сам Братский, там эти имения, там парки, там Ингул протекает, там лебеди. Там очень, когда я прошел крайисполк, как вы говорите, райадминистрацию, образование, это самое, они смотрят на меня как... Я говорю, интересно, я привезу, у меня дорога хорошая, но вы сможете показать мне? Давайте будем готовить, давайте будем готовить. И, ну, давайте хотя бы на бумаге. Вот как я вчера провел по... Петропавловке, не я провел, ну, взял товарища с Вознесенска. Я говорю, что они в восторге, с Новой Каховки приехали на один день от Петропавловки пройтись до Пактов. То есть там 6 часов ходьбы. Без рюкзака, без всего. Но они увидели то, что многие на автобусах вот поехали, не увидели. И они вот сейчас мне шлют благодарность. Понимаете? Я по этому поводу, я хотел пойти, но я подбитый немножко, взял другого. И я считаю, что мы должны побольше... Я на выставке смотрю, выставка, ярмарка, да? Чем больше мы покажем себе, о себе расскажем, человек любопытный сам по себе. Ну почему мы едем, вот я вам говорю, яблоки за рубеж продаем, а у себя иностранные берем? У нас еще менталитет, что вот в Париже лучше, чем Николаев. А я считаю, что Николаев лучше, чем Париж. Это я смеюсь, но вместе с тем у нас нет таких сирийцев под Эйфелевой башней. Нормально, которые, хотя сирийцы были у меня в лагере, ну, дети, и мы их учили, что к женщине надо относиться хорошо. А расскажи лучше сирийские сказки, про пойном по-сирийски. И вообще я вот опять вернулся к детям. Это вы меня завели. Я придерживаюсь Киплинга, да, есть такой писатель, Маугли, да. Я всегда говорил, Маугли, заходя в лес, в тропический лес, да, я говорил, мы с тобой одной крови, да, и вот, когда общается змея, там, пантера и все, они относятся друг к другу. Так вот, сирийц, сначала он дергался там, пытался, девочки плакали, что он их... А потом он сам решил показать, что это такое, что их вера, ну, все, это пацану 12 лет, и такое много. Если мы видим и на Кимбуре, и на Бухском Гарте, это то же самое. А то, что это тимбилдинг, этот самый, мы китайский, такой применяем, с удовольствием дети участвуют. Я не говорю о том, что как две девочки 10-летние залезли в котел чистить, да, в середину. А, ну, я это, что-то это моя любимая тема. Дети я люблю. Я говорю, что если мы детей правильно воспитаем, недаром, по школам, то будет порядок и везде. Хорошо. Ну, собственно, будем надеяться на то, что в четверг получится плодотворная дискуссия. И, собственно, ну и поговорите, что на выходе. На выходе должен быть, во-первых, сейчас они пытаются, наша это самая администрация и обладминистрация, и я не представляю, что, и уже какой год везут во Львов на выставку. Это потраченные деньги. А что они там будут делать? Как они преподнесут? Вот для меня... Ну, это... у вас выше прозвучало, что как-то бледненько представлено Николаевская область, да, на подобных выставках. Да, бледненько. Ну, сейчас как будто они больше... Я прошу прощения, вы себе не противоречите, вот когда вы говорите выше, бледненько представлено, а тут, а сейчас говорите, а что они там покажут?
Ну, бледненько покажут, наверное. Будем так говорить. Хорошо, то есть завтра подискутируете и что? Я скажу, что они представляют предложить не просто послушать, как Львов развивается. Ведь наша задача притянуть Западную Украину сюда. Да, они приезжают, оставят деньги. И это еще политический вопрос. Я недаром, потому что мне звонит бабушка, присылает сюда ребенка и говорит, он будет говорить на украинском языке. Как вы отнесетесь к этому? Я говорю, мы толерантны, нам без разницы, как он будет. А вы его гнобить не будете? Я говорю, простите. И вот такое общение, это первый фактор то, что, ну, как говорят сейчас, Украина едина. Вы знаете, вот, собственно, может быть, это подводя итог разговору и в привязке ко всему сказанному выше, я обратил внимание, как вот сейчас соседняя с нами Херсонская область на национальном уровне продвигает, вот, собственно, свои туристические возможности. Очень сильно. Центральные каналы, все лето, по всем, собственно, туристическим объектам привлекательным, телевизионные каналы. Местные администрации, да. Местные администрации возят, организовывают, показывают. У нас, к сожалению, этого нет. Нету. А я еще, вот мы говорили о ТГ, есть там новые каховки, Ермий, да, Павел? Но он сказал, он подписал контракт с тремя АТГ. Они дали, ну, это целеный шлях, или как называется, миллион на одну свою АТГ, дорогу, чтобы сделать, там, ну, сыры делают, люди как, ну, Запад, сыры. Дальше будет хостел, планируется, потом до следующей АТГ, которая дала тоже на дорогу, будет там овечий сыр, там коровий сыр, да, и дальше мимо Аскании Нова на Арабатскую стрелку. АТГ субсидируют, не говорят, нету денег на простой буклет, как и у нас в Николаеве. Говорю, вы что покажете людям? Я не говорю о фильмах, это сам. То есть то, что АТГ, вот мы сказали Херсонскому, вот это небольшой пример, и они проводят, они получают гранты на развитие туризма, ну, там, другие. И я считаю, что область идет, я не говорю за Одессу, вот Херсон у нас под боком. Не то, что там только в железный порт пришли или все. Я призываю, и Николаев должен так поступать. И будут и дороги. Вы знаете, дорога, если идет турист, то и АТГ скажет, что нам нужна дорога. Вот в Трикратах есть уже дорога асфальтная. А в начале-то ничего не было. В начале люди говорят, а зачем нам туристы? Что они мусорят только? Поставьте контейнер. Но не везти в город, продать туристу какой-то сувенир, продать не то, что там, продать мед. Не надо везти. Вот турист купит у вас хорошее. То есть это для местных жителей это... Правда, в Трикратах разобрали большое помещение на камне от карьера, хотя можно было бы сделать хостел. И он стоил недолго, никто не взялся за это. Ну что ж, будем рассчитывать на плодотворную дискуссию завтра. И что принципиально важно, что эта дискуссия даст еще, собственно, некий толчок. Да-да-да, только туристической толчок. Привлекательности города Николаева, Николаевской области. Віталій Михайлович Філін, директор Миколаївського клубу мандрівників, член громадської ради з питань розвитку туризму міста Миколаєва, був нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкращого. Успіхів вам. До бачення. Спасибо.